Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Поездка принца Гарри в Великобританию приобрела очень напряженный характер. После отказа короля Карла III встретиться с сыном хотя бы на чашку чая, монарх решил окончательно оставить отношения с Гарри позади. При этом принц Гарри редко бывает на родине. После скандала внутри семьи, который был связан с обвинениями в адрес его жены и даже оскорблениями их сына Арчи, герцог Сассекский решил переехать в Америку и отказаться от королевских обязанностей. Ходят слухи, что теперь все решения принимает Меган Маркл. Несмотря на ссоры, Гарри уже дважды пересекал границу в Великобритании в этом году. Первый раз для свидания с отцом, которое омрачилось его неприязнью к мачехе. При этом Карл III разговаривал с сыном около 15 минут. Это стало ясно из официального заявления. А сегодня была последняя капля. Стало известно, что принц Уильям Уэльский назначен главнокомандующим авиационного полка, где раньше служил Гарри. Всегда считалось, что именно герцог Сассекский, а не его старший брат, займет этот почетный пост. Это решение вызвало бурю эмоций в сети. Но сам Гарри, как и Уильям, пока это не комментирует. «Игры кончились», — пишут интернет-пользователи. Видимо, родственники окончательно устали от Гарри и его супруги, которая не смогла принять правила королевской семьи. А как вы считаете, правильно ли они сделали, что исключили из семьи Гарри? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!